10 саратовских предприятий задолжали своим сотрудникам. Напомню, месяц назад печальную известность получил завод автономных источников тока. Там задолженность перед сотрудниками достигла нескольких десятков миллионов рублей. 45 сотрудников даже написали заявление об отказе от трудовой деятельности. Полностью начислить все выплаты руководство обещает к октябрю, но теперь похожая ситуация сложилась еще на 10 предприятиях Саратовской области. Например, в НИИ «Волга» заработную плату не платят с мая, а на саратовском лифтостроительном заводе вообще с прошлого года. Предприятие находится в состоянии банкротства.